В норвежском Лиллехаммере завершилось первенство мира среди лесорубов. Чемпионат проходит каждые 2 года. В этот раз в нем приняли участие около 130 человек из 28 стран. В течение 4 дней они состязались не только и не столько в том, чтобы быстрее всех спилить дерево, но также в точности обращения с бензопилой и даже в скоростной сборке-разборке инструмента. Учитывается также, насколько безопасно работает мастер. Лучшим в мире лесорубом 2018 судьи в итоге признали Марка Трибата из Германии, который не мог сдержать эмоций. В следующий раз чемпионат пройдет в 2020 году в Сербии.